8-й, 10-й. А скажите, пожалуйста, а говорили, что вчера сюда даже скорую вызывали, не видели? Да, да. Плохо кому-то стало, да? Да, вызывали скорую, и милицию вызывали. А что происходило-то? Ну, там упал мужчина, плохо ему было. А милицию зачем? Обнаружили, что он пьяный, типа того, пытался прогнуться. А, вот как раз которому скорую вызывали, да? Пожилой мужчина? Ну зачем стоит на родину? Самый ажиотаж. Мы же все как заложили, абсолютно все. Каждый человек. Соблюдайте спокойствие, денег достаточно. Обслуживаем. А вы здесь давно уже стоите все? С 6 утра. С 6 утра, да? Это кто не раньше? Не рассказывайте. С 6, которые уже там. Ну я и говорю, кто там. Надо было вчера прийти. А вчера было человек 300-400 народу. По списку было более 500 записано. Более 500, да? Я была 320, а я когда уходила, больше 500 было уже. А вы хотите как, вот наличность снять или переоформить вклады? Кто как делает? Кто как? Кто как? Нам бы как-нибудь, лишь бы... Кто как делает? Сейчас вот и за счет пенсионеров Ростелефонд богатый будет, если все вклады оставят в реке. Мужчина, а вы куда идете? Может, так специально и сделали. Ну, правильно, вам передали талоны, вы взяли. Как вы талоны дают? Господи, что кричат-то?